Добрый вечер, приветствую всех на территории Свободы. Сегодня гость моей студии, вице-председатель партии «Перемен», эксперт в области энергетики Сергей Тафила. Добрый вечер, господин Тафилад. Добрый вечер. Мы вроде должны были обрадоваться еще в начале ноября, что кризис энергетически миновал. Потом, после 20 ноября, мы поняли, что мы очень рано обрадовались. Начало декабря и вопрос... Кризис все-таки миновал или нас каждое 20 число будет теперь ждать большая радость? Учитывая, что представители правительства не понимают род этого кризиса, его политические корни, я думаю, что нас еще ждет много сюрпризов на протяжении всего периода, дальнейших трех лет или трех с половиной лет, пока до, до следующих парламентских выборов. Я понимаю, что эти сюрпризы будут касаться не только газа, но начиная с каждого раз газа, будут задевать и многие другие области, в том числе и обеспечение электроэнергии. Да, это взаимосвязанная сфера, поэтому безусловно. Этот договор, который победоносно нам показали, он действительно победоносный, хороший, и это то, что нам было нужно. Ну, все, все познается в сравнении. Если, допустим, сравнивать с региональными ценами, которые сложились на сегодняшний момент, Uh, у нас цена за ноябрь анонсирована 450 долларов, за декабрь плюс-минус в этом же <coughs> uh, районе. Uh, я смотрел, почем «Газпром» экспортирует. Вот за четвертый квартал они планируют, что средняя цена экспорта газа в Европу составит 550 долларов. То есть в этом плане, да, у нас немного лучше цена. Если сравнивать с предыдущей расчетной формулой с привязкой к нефти, мы должны были получать газ по 214 долларов mm -hmm. в четвертом квартале и порядка 280 в следующем квартале 2021-2022 года. То есть с предыдущими условиями, конечно, мы платим больше. Это... Так, понятно, мы платим больше, но по сути дела мы платим, если я правильно вас поняла, среднюю цену европейскую. Да, мы платим среднюю европейскую цену, совершенно верно. И уступок нам никто никаких великих не делал, как некоторые наши местные политики пытаются представить. Нет, нет, нет. мы платим полную европейскую цену. Угу. Теперь, что касается того, как вы сказали, из чего состоит тариф, я помню, мы здесь разбирались несколько раз с Виктором Парликовым. И один раз и вы с лета вот мы выясняли, как кто изменил контракт, когда изменился контракт. У нас теперь, если раньше нас беспокоили только тарифы, сейчас мы доходим уже до такой степени, что скоро будем выяснять, знать все компоненты тарифов. И за что мы платим? Несмотря на то, что как бы, это не наша работа, но скоро будем знать и это. Вопрос тогда был от господина Парликова, который признал, что я сделал ошибочный прогноз, потому что я не знал, что изменена mm -hmm. да, Фон, формула. Да. И узнали об этом поздно. У меня есть одно видео, я думаю, оно вам знакомо, где mm -hmm. господин Чебан заявляет о том, что они обратились к Газпрому с предложением изменить формулу. Дайте нам, пожалуйста, это видео. Мы имеем контракт с Газпром в период 2020. Формула депрец, которая <связывая> есть импортанта, армаз АЧЭШ. Респектив, сейчас мы находимся на этапе де де факт негуцерли сут лансати пентру а ренегуцер он нов контракт. Миза настро, и планы насти pentru anul 2021 și respectiv anul 2023, pentru perioada de 3 ani, să avem încă un contract la condiții mai avantajoase, inclusiv noi propunem ca în contractul respectiv să fie și o componentă de spot, anume în perioada a, trimestrilor 2 și 3, când pe piața spot se înregistrează prețurile mai joase. Acum suntem la etapa de negociere. Это то, что я говорила, это здесь ничего криминального, все нормально. До Смотрите, этого было иначе? Я думаю, это не совсем рациональный поступок со стороны руководства молодого газа. Объясню почему. Да, мы в летний период потребляем довольно незначительные объемы 15-20% от годового объема. Мы говорим за апрель-сентябрь. Но брать на себя риски волатильности цены на европейских биржах, цены газа это довольно рискованная авантюра. То есть мы не можем предсказать, по какой, какие будут цены на европейских биржах. Вот, допустим, в 2020 году цены опускались ниже 50 долларов за 1000 кубометров. Этим летом цены были выше 500 долларов за 1000 кубометров. Если мы не можем прогнозировать и не влияем на эти цены, зачем брать на себя такие риски? Более того, в прошлом году, прошлой осенью, Молдова ГАЗ провела оффлайн с рядом журналистов, специалистов, экспертов и так далее. На том оффлайне представители Молдова ГАЗ заявили, что они рассматривают вариант изменения формулы. То есть не то, чтобы это было обязательством покупать по спотовым ценам, по биржевым, но учитывая, что в 2020 году летом цены были очень низкие, чтобы у нас была возможность если ну. спотовая цена ниже, покупать по спотовым, если расчетная формула с привязкой к нефти ниже, покупать по формуле. Почему это стало обязательством, мне очень интересно узнать ответ господина Чабан. И кроме этого, мне, мне интересно узнать, с кем он это координировал из правительства. Что еще важно отметить, господин Чебан заявил: это было в сентябре 2020 года, он заявил, что планируется заключить договор на три года почему он был заключен до 30 сентября 2021 года первого года я думаю что ну это, это это лишь предположение скажем так у нас в 2020 осенью были президентские выборы скорее всего Планы российская поменялись. сторона посмотрела что да меняется политическое большинство в Республике Молдова, они теряют позицию. И давайте-ка мы заключим договор до сентября 2021 года, посмотрим результаты парламентских выборов, а потом решим, что делать. Если я вас правильно поняла, политически ситуация выглядела так. То есть у нас была опциония, то есть возможность, да, мы могли Воспользоваться и могли не воспользоваться. Потом в нынешнем договоре мы, мы, потом мы узнали, смотрим. что это стало обязательным. Первое. Второе. Да. Учитывая, что был локдаун, цены везде пошли сначала вниз, а потом в бешеный рост, который, естественно, никто точно предсказать не мог, но с тех пор, как это стало обязательным в нашем договоре, то да. мы вышли в минус. Да тогда было какое-то и медийное, да, и экспертное определенное сообщество давило на Молдова Газ, что цена на спотовые, а скорее это были политические, я так понимаю, в большей степени заявления, да, что цена спотовой газа копеечная, а мы платим так дорого по контракту. В итоге это все обернулось против нас. Но опять же главный вопрос остается, кто санкционировал действия Вадима Чебана, как председателя Молдова Газ, от кого он получил указание или с кем это было согласовано из правительства? Да, это самый важный вопрос. На Кроме который этого, мы до сих пор ответа не имеем. Не имеем. Нет, конечно. Кроме этого, вот в 2020, 2020 году, летом, да, цены спотовые были очень низкими. И мы с коллегами видели много крикунов, ну, скажем так, много людей, в том числе из оппозиции, которые э, претендуют, что они хорошо знакомы с как функционирует энергосектор, газовый сектор. Которые кричали, что почему мы не покупаем газ по спотовым ценам? Да, об этом говорил. Я не... Да, летом цены маленькие, действительно, потому что спрос маленький. А зимой, извините, спрос увеличивается, цены растут. Я не слышал ни одного из них, чтобы кричал: зимой! Что давайте мы будем покупать по спотовым ценам. И мы тогда предостерегали: не надо торопиться. Потому что да, летом мы потребляем 15-20% объема. Ты их покупаешь по 50 долларов. А что будем зимой делать? Когда по формуле цена 140, а по биржевым котировкам цена за 300. И мы потребляем 80%. То есть прежде чем что-то заявлять, надо видеть общую картину. Окей, okay. вы подозреваете, что там было политическое решение, которое заложило нам такую экономическую-энергетическую бомбу. Тогда сейчас в министерстве понимают вообще, что происходит? Они хотя бы попытались из той информации, которой вы владеете, выяснить, как это произошло и почему тогда они подписали новый договор на этих условиях, не изменив хотя бы такой вариант, что опционально возможно спотовая цена? Ну, в первую очередь, что меня, допустим, беспокоит, то, что правительство не осознает, что Корни проблемы и взаимоотношения с Газпромом, они политические. Это не экономические, не касается там, договора, каких-то технических нюансов. Проблема имеет политические корни. Правительство пытается реагировать на, на эту политическую проблему как, какими-то действиями, связанными там, с объемами, с ценой, с условиями поставки. Mm -hmm. И... Не имея достаточного опыта, не понимая э, всех нюансов, всех тонкостей, естественно, они делают ошибки. И Российская Федерация, э, в основном администрация Кремля, пытается это капитализировать политически в свою пользу и дискредитировать нынешнее правительство Молдовы. Э, возьмем пример, так чтобы было понятно. Э, у Молдова газа, который является единственным поставщиком на территории Молдовы. Есть обязательства о предоставлении публичной услуги по поставке газа. Они были обязаны по закону до 15 сентября предоставить новый договор с Газпромом. То есть, по крайней мере, 15 сентября стало понятно, что Газпром не хочет подписывать договор и непонятно, будем ли мы иметь газ. Что случилось в начале октября? Газпром снизил объемы на треть объемы для республики Молдова. Ну для для понимания какие это объемы, значит, 26 миллионов кубометров для Молдовы это очень много. Это треть месячного объема потребления. Для Газпрома э, добыча я смотрел за январь-ноябрь 467 миллиардов кубометров. Экспорт в Евросоюз составил 170 миллиардов кубометров. То есть 26 миллионов это на уровне Погрешности из погрешности 0,002%. То есть для них это ничего. Встает, у меня появляется резонный вопрос. Почему Молдова Газ, имея это обязательство, не забронировала мощности трубопровода на территории Украины в сентябре и не запросила у «Газпрома» дайте нам газ на, на границе России-Украины? Потому что а «Газпром» помню, сказал, на... что они не успели забронировать. На ПРО-ТВ, когда Ларина Бокза спросила да. господина Чебана, а сколько времени mm. это занимает, да, за какой промежуток? Он сказал, что это вроде 15 минут. 10 минут. Да. То есть рано. в «Газпроме» не нашлось 10 минут для того, чтобы mm. зарезервировать необходимые нам объемы? Да. да. А, точнее, «Молдова-Газ» То не нашла. Понятно, а кто за это для... ответил? И как? Никто Была какая-то проверка на «Молдова-Газ», потому что я помню цитату господина Парликова очень четко. «Молдова-Газ отвечает не за цену на топливо, а за обеспечение в, необходимых в стране объемах бесперебойное». Да. Соответственно, да. если они отвечают, и они это не выполнили, дальше да. какая процедура? Как-то отвечает это предприятие? Вот это мы и хотим увидеть, потому что до сих пор никто не был привлечен к ответственности, ответственности за это дело. Значит, э, э, то есть понятно, что у Газпрома газ был. Формальная причина его, то есть сокращения этого объема на треть за октябрь, э, это то, что Газпром якобы не успел зарезервировать мощности в Украине. Почему? То есть вопрос э, возникает а такой: почему Молдова газ? В сентябре месяце, зная, что нет договора, зная, что нет объемов, не забронировала мощности в Украине и не запросила дайте нам объемы в... еще раз, на границе России-Украина. И вот тогда я бы хотел видеть, что Газпром отказывается предоставлять эти мизерные объемы. То есть сначала должен выступить директор Молдова ГАЗ, объяснить, в чем состоит проблема, почему Газпром отказывается значит, предоставлять эти объемы и после чего. Понимаем, откуда идет проблема, что это с российской стороны, тогда уже правительство может вмешаться. выйти, вмешаться и объяснить, что да, нам создают проблемы и мы пытаемся их решить. А, а в принципе То же самое... общее мнение создавали специально, в том числе и в Молдове и в Российской Федерации, что угу. в Молдове просто сидят неучи, которые не знают, что э, 30-го у них истекает договор на поставку газа, и поэтому э, все проблемы и, и происходят то же самое мы видели в прошлом месяце, 20 ноября. Да, мы а, тоже не знали, что нам придет что фактура 20 значит, Смотрите, это условие оплаты до 20 числа. Оно еще содержится в базовом договоре, подписанном в конце 2006 -го года. То есть там четко прописано. А сколько? Что 20 числа мы платим 50% потребления за прошлый месяц и 50% аванс за текущий месяц. Но здесь возникает кассовый разрыв у Молдова Газа. То есть мы за ноябрь, допустим, получаем квитанции аж в декабре и платим в течение месяца. Но Молдова Газ должна заплатить вот сегодня. То есть тебе сегодня надо платить, и а ты деньги получаешь через месяц-полтора. То есть это кассовый разрыв, чья проблема? Проблема компании Молдова Газ, у которой общества? есть акционеры. Совершенно да. верно. Я не видел, чтобы Молдова Газ провело собрание акционеров, поставила на повестку дня там газпром там правительство республики молдова ребята у нас есть проблемы с кассовым разрывом какие есть варианты решения молдова газ может взять кредит угу. ну, давайте так 74 миллиона долларов здесь нужен консорциум из 4 5 молдавских банков это за три недели никак не решается вот с конца октября до 20 ноября никак не решается и это довольно комплексный вопрос, тем более, что у Молдова газа там, задолженность по газу сейчас уже долги по газу 8,5 миллиардов долларов уже на 30 сентября. То есть вряд ли Молдова газ получит эти кредиты. Второе, какой вариант еще есть? Акционеры делают допомиссию акций и вливают капитал в Молдова газа, чтобы был этот оборотный капитал, чтобы покрыть кассовый разрыв. Третий вариант пересматриваются условия договора. Или изначально до подписания э, Вадим Чебан должен был э, этот вопрос урегулировать с э, представителями акционеров, потому что было и министерство, и Газпром. То есть, ребята, мы понимаем, что да, подписываем договор, но 20 числа у нас денег не будет, если не вмешаются акционеры. Этого не было сделано. А мы э уверены, что этого не было сделано? Может быть, министерство не сообщило, потому что там трансп... транспаренция mm -hmm. сейчас не очень хорошо И коммуникации. Если это было сделано, я хочу увидеть протокол собрания акционеров Молдова Газ, где Молдова Газ предложила пути решения проблемы, где Газпром проголосовал против, но почему-то Молдова Газ не вышла публично и не сказала, не заявила нам, что проблемы создает Газпром. И только после этого выходит правительство и, и предлагает ситуацию, э, да, замечательную ситуацию. 1,3 или 1,4 миллиарда леев перевести uh -huh. на счет энергокома. Часть из этой суммы, кстати, вы сейчас а, уточните. Чтобы завершить да, еще да. При, значит, предыдущую мысль. Что получается на, То есть на самом деле, мы понимаем, проблема создает Газпром, правительство пытается их решить, они не понимают в корне, что проблема политическая. И э, в принципе, сейчас российская сторона это все капитализирует очень красиво. Выходит пресс-секретарь или представитель Газпрома и заявляет, что, вы знаете, правительство Молдовы не умеет читать договора, не исполняет своих обязательств по оплате газа. То есть у нас сидят некомпетентные люди. И Газпром обратился к Путину? господину Путину, чтобы он позаботился о молдавских гражданах. То есть мысль заключается в том, что вот молдавское правительство создает проблемы, а Путин их решает. Вот эта мысль идет народ. Что молдавская граждане не и тем земли. самым, да, и тем самым вот э, то, что наша власть не понимает сути проблемы, но пытается решить э, техническими вопросами, экономическими вопросами, они фактически провоцируют российскую сторону создавать в дальнейшем проблемы и капитализировать это. И дискредитировать наше правительство. Господин сколько раз этот пункт 8, если я правильно помню, включался uh -huh. с 2006 года в работу? Или это первый раз, когда Российская Федерация сообщила, что мы вам сейчас отключим газ, вы не это, заплатили? Это не пункт 8 протокола, это условия договора базового. Uh -huh. Вот с 2007 года этот пункт ни разу не включался. И ни чисто разу. случайно в этом году? Да, вот так сошлись планеты. Причем За э, комментарием представителя Молдова ГАЗ. Здесь еще стоит э, точнее, отметить, Газпрома. Что, вот В прошлом году, да, когда подписывался, когда пролонгировался договор, э, парламентское большинство было у социалистов с партией ШУР. Тогда у Газпрома не возникло вопросов по расчетной формуле, по долгу правобережья, да, э, по объемам. Никаких вопросов не возникло. Потому что у власти была пророссийская э, партия после чего произошла смена власти, после парламентских выборов, сразу возникли вот эти вот проблемы. То есть точка зрения или, скажем так, интерес Российской Федерации и администрации Кремля для меня совершенно ясен. Им не нравится, что они потеряли политическую, политический капитал здесь в Молдове. Они пытаются всяческим способом дискредитировать правительство, и парламентское большинство, и спровоцировать досрочные выборы. Да попробуем, вот, что внимание... они пытаются в Москве сделать. Меня интересует, не, почему нет. наши себя так ведут. Я не могу в Москве ничего предъявить, потому Совершенно что нет. это другое государство, это их газ, как ему хотят, там и продают. И как хотят, так и продают. Почему правильно, наши так правильно. себя ведут, как будто... Вот в этом и проблема, что наше правительство, не понимая сути проблемы, они провоци... провоцируют российскую сторону. Но что бы сделал я? Вот если бы я принимал решение. Понимая, что это политическая проблема, моя задача была бы увеличить издержки политической российской стороны, чтобы они поняли, что им будет дороже создавать нам проблемы, потому что от этого будет страдать их имидж. И тогда они перестанут это делать. То есть показывать зубы, показывать, что у тебя есть четкое аналитическое понятие, что происходит, и ты адекватно реагируешь. Мы этого не замечаем у нашего правительства. А теперь давайте вернемся к тем деньгам, которые мы да. заплатили из государственного бюджета, я напомню. Давайте. Это что такое государственный бюджет? Это наши деньги. На что ушло? Я сомневаюсь, насколько я понимаю, не вся сумма ушла на погашение долга соответственно, mm -hmm. но выделили именно эту сумму. Причем выделили ее на энергоком, который в свою очередь выделил, выделил эту сумму дальше Молдова газ. Mm -hmm. Напомните нам, пожалуйста, какие суммы да, на что ушли, что ушло за октябрь, ноябрь, а что за погашение, если я правильно напомню, долго термоэлектрики. Mm -hmm. Да, совершенно верно. Значит, возьмем по порядку. В октябре месяце из-за дефицита газа, потому что Газпром нам недопоставил треть объемов, возникли проблемы с давлением газа в сетях. Соответственно, правительство или даже не правительство, комиссия по чрезвычайным ситуациям выделила 1,7 миллиарда энергокому, чтобы энергоком закупил недостающие объемы газа на европейском рынке. Было потрачено порядка 300 миллионов лей на закупку вот этого газа для поддержания объема давления в сетях. Осталось миллиард четыреста. Сейчас, то есть по, после чего был проголосован в парламенте уже этот закон, значит, деньги выделены Энергокому 1,4 миллиарда. Энергоком выкупил часть долга термоэлектрики. То есть это ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, бывший термоком, их объединили еще в 2014 году, создали термоэлектрику. Ээ, Энергоком выкупил часть долга термоэлектрики э, перед Молдова газом и Энергоком рассчитался с Молдова газом. Uh -huh. Теперь термоэлектрика должна вернуть этот долг Энергокому. Каким образом? Э Значит, с 2015 по 2021 год термоэлектрика рассчиталась с «Молдова-Газом», погасила где-то 900 миллионов лей долга. Обсуждается вопрос того, что термоэлектрика возьмет займ у Мирового банка или у какой-то другой зарубежной структуры, покроет полностью, закроет долги и в течение 10-15 лет рассчитается с кредитами. А каким образом они То могут расширяться нормальном... с кредитами? В тарифы, увеличение тарифов? Есть два основных источника. Ну, может быть, даже и больше, но основных два. Это рентабельность, включенная в тариф, это 5%. И это экономии средств за счет сокращения расходов предприятия. То есть, когда МРЭ утверждает тарифы, есть фиксированные затраты, есть переменные затраты. Вот фиксированные затраты устанавливается потолок на 5 лет. Предположим, за год Затрата внесенная в тариф 100 миллионов лей. Угу. Если предприятие э, потратило только 90 миллионов лей, выполнило все обязательства, получается 10 миллионов экономии. Половина уходит, э, то есть отдается потребителям, снижается тариф, половина остается предприятию на развитие. Это как дополнительная прибыль. Вот это источники погашения. То есть регу регламентированная прибыль 5% и экономия средств. Ну, кроме этого, понятно, ликвидация там э, активов, которые не, не используются в деятельности предприятия, которые не нужны. Один из способов, вы сказали, это включение в тариф. То есть мы заплатили за тариф, каким-то образом э, за потребленное тепло, каким-то образом образовался долг. Э, каким mm -hmm. образом он образовался, никто аудит не провел, но не провели же аудит. Говорили, но не провели. И теперь, если, не дай бог, его включить еще раз в тариф, то мы mm. заплатим еще раз? Нет. Значит, мы говорим о двух разных долгах. Во-первых, есть долг термоэлектрики и Норд перед Молдова Газом. Угу. Это запотребленный газ, понятно. Это первый долг. Есть долг Молдова Газа перед Газпромом, который будет аудитирован. Я спрашиваю про долг термоэлектрики. Если сейчас. говорить за долг термоэлектрики, значит, есть судебное решение, которое еще там с 2000 какого-то года. По крайней мере, на конец 2014 года, когда было создано предприятие, э, у них постоянно счета были под арестом Молдова Газа на основании исполнительных листов, на основании судебных решений. То есть это долг, подтвержденный в суде. Вот на конец 2014 года долг термоэлектрики был 2,9, почти 3 миллиарда лей перед Молдова Газа. А каким образом Сейчас он Сейчас накопился? Он с... каким образом накопился? Вот давайте будем э, Разбираться. Значит, термоэлектрика включает в себя ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и бывший термоком, uh -huh. точнее часть его производственного актива. Это все было раньше, еще в 90-е в рамках госпредприятия Молденерго. Я смотрел вчера, значит, на начало 97 -го года, до его расформирования и создания вот отдельных предприятий, долг Молденерго по газу был порядка 1,2 миллиарда лей. То есть, когда его расформировали в конце 90-х, часть долга перешла тц ТЭЦ-1, ТЭЦ-2. Потом долги начали накапливаться у термокома, то есть, Расформировали Молденерго, появились ТЭЦ-1, ТЭЦ-2 и Термоком. У термокома начали накапливаться долги в 2000-х, в основном это после 2006 -го года, когда цена на газ поднялась. Тарифы утверждал муниципальный совет, естественно, никто не хотел брать на себя политическое, политическое решение. Конечно. конечно, конечно, да. Тариф не покрывал полностью стоимость газа, термоком накапливал долги перед ТЭЦами, ТЭЦ перед малого газом. Кроме этого, потребители не могли себе, они все могли себе позволить оплатить тариф. Значит, я тоже нашел информацию, что э, оплачивали 15-20% потребителей только. То есть вторая проблема — это. Э, третья проблема, когда создали термоэлектрику в 2014 году, только часть активов термокома перешла э, в термоэлектрику, остальная часть должна была быть ликвидирована, то есть продана через аукционы. За 6 лет часть продали, но остался долг еще термокома перед термоэлектрикой, где-то 550 миллионов лей. А оставшиеся активы больше никто не покупает. Еще дополнительно получается долг. Кроме этого, есть долги ЖЭКов перед термоэлектрикой. О, это наша кишневская болезнь. А, да, совершенно верно. Насколько мне известно, проблема... Это опять же, аккумулировались эти долги из года в год, потому что ЖЭК не полностью распределял потребление среди жильцов дома. Предположим, вот есть счетчик потребления на весь дом. жилой дом. Жеки должны были распределить вот этот вот этот объем 100%. потребления по жильцам. Они не полностью его распределяли, оставались должны термоэлектрики. И после этого, значит, в 2016 или 2017 термоэлектрика подала в суд на Жеки, ЖЭК, на объявила их банкротами и, по крайней мере, прекратила накопление вот этих долгов. Почему они неправильно распределяли потребление, с этим надо разбираться. И кто за это будет Может быть, подключать? есть проблемы в методологии. И надо расчета, ли ее пересматривать? Которая да? утверждается правительством. Либо там неграмотные специалисты, и значит, надо принимать другие меры. И, а учредитель и Примария, то есть кто-то должен на себя брать эти обязательства. А еще кто-то наконец-то должен задаться этими вопросами и начать все это раскапывать. Потому что да. мы не можем постоянно накапливать долги и в пожарном режиме искать из резервного фонда или еще с какого-то фонда перекидывать деньги, чтобы оплачивать а, потребленный и, кстати, газ. Кстати, по термокому еще один короткий комментарий. Не исключено, что там были Хищение. хищения нецелевое использование средств. С этим тоже надо разбираться. То есть я не исключаю, что у термокома тоже надо проводить аудит. Но я не знаю, насколько там сохранились еще бухгалтерские документы. Но как-то же принимала термоэлектрика дела. Наверное, какие-то должны были сохраниться. Можно. Не знаю. В общем, понятно, что мы заплатили за свою собственную халатность и за популизм. Да. За С долгом по Молдова газу, то есть долгом правобережья, долг Молдова газа перед Газпромом, здесь другие совершенно проблемы. Можем и об этом поговорить. Мы сейчас вернемся к тому, что мы должны, потому что я, я понимаю, что там сумма, она никуда не исчезнет, ее не спишут. Мы не банановая африканская республика, о простили долги Советского Союза в времен времена. Там речь не идет о списании, этот долг был искусственно увеличен. А, вы об этом. Да. Сейчас я хочу да. спросить про электричество, потому что мы говорим, 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 но есть еще энергокомы и ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2, они же делают электричество. Меня, если честно, очень резанула фраза премьер-министра, mm -hmm. когда она сказала, что у нас есть контракт до марта, и цена на электричество не изменится. Mm -hmm. Потому что для меня, ну, у меня просто разрыв получается. Цена на газ увеличилась, электричество делается да, за счет потребления газа, а итоговый выход, который должен быть еще выше, то есть электричество цена не увеличивается. И угу. вот тут у меня возникает очередной раз вопрос, а не создаем ли мы сами себе опять ловушку? Вот это меня тоже беспокоит. Значит, у нас есть два поставщика электроэнергии. Есть Фея Норд, есть Premier Energy. Угу. Они нам присылают квитанции. Вот из того объема электроэнергии, то, что они нам продают, 80% это импорт, 20% это местная генерация. Ну 20% это в среднем по году. А в зимний период, когда ТЭЦы Вырабатывают больше тепла, соответственно, больше электроэнергии. Это доля местной генерации процентов 30 в объеме uh -huh. электроэнергии, то, что продают феонорды. И, и эти 30 ничего. должны быть точно эти по другой цене. Эти 30% увеличились э, вдвое, потому что мы пересмотрели тариф на газ, увеличился в два с чем-то раза. Э, увеличился тариф для ТЭЦов, соответственно, у них в два раза выросла цена электроэнергии. Я открыл сайт на РЭ, потому что все, вся местная генерация, там, вся электроэнергия, производимая ТЭЦами, mm -hmm. возобновляемые источники энергии, все они продаются в Энергокому, он делает среднюю цену, им устанавливают это на РЭ, и перепродает значит, поставщикам, всем поставщикам электроэнергии. Будь то по регулируемым тарифам, как это Фея Nord и Premier Energy. И есть еще некоторые поставщики по нерегулируемым тарифам. Это компания Andronaki. Да. Значит, любой поставщик электроэнергии обязан покупать 20 или 30 процентов местной генерации. Потому что она дороже, и мы, будем, мы должны поддерживать местного потребителя. Значит, поскольку доля местной генерации 30% в миксе она в два раза увеличилась, мы должны увеличить тариф на поставку электроэнергии. Минимум на 30%. Энергоком пишет: что если не пересматривать тариф на местную генерацию, у них убытки ежемесячные в районе 100 миллионов лей. То есть это цифра, которую дает Энергоком. За потребленный НРФ. газ. Э -э Они должны не будут иметь чем расплатиться. Совершенно верно. И соответственно Теперь мы вернемся опять к Молдово-газ. Мы газ тариф на газ пересмотрели, тариф на тепло на электричество пересмотрели на генерацию, а тариф на поставку электроэнергии мы не пересмотрели. И получается Феенорд и Премьер Energy каждый месяц не будут иметь 100 миллионов лей, чтобы рассчитаться с энергокомом, энергоком с ТЭЦами, ТЭЦ с Молдова Газа. И мы 20 числа проснемся, что опять, оказывается, у Молдова Газа не хватает денег. И опять начнем выяснять, а почему не хватает денег? А потому что мы принимали политические решения. Потому что мы не прочитали, что у нас в положении написано, что минимум 30% должно быть из внутренней, да, произведенной энергии. Соответственно, есть. ее стоимость увеличилась после изменения тарифа на газ. И, соответственно, надо бы пересматривать общий тариф. Если вкратце, если сейчас не пересмотреть тариф на электроэнергию на 20-25%, потому что кроме электричества там есть еще и другие расходы. Если его сейчас не увеличить, то у нас опять возникнет проблема, что у Молдова газа не хватает средств рассчитаться за газ. И мы рискуем. Значит, Еще госп... раз послушать о том, какое компетентное правительство в Республике Молдова. Правильно. Как минимум. Поэтому, ну посмотрим. Сейчас поставщики электроэнергии должны подать заявку в НАРЭ, либо НАРЭ самостоятельно должно пересмотреть эти тарифы, потому что в итоге получается, что мы рискуем остаться без газа. А, по-моему, обращение Наргокома на в норе уже было. А наргокому утвердили, но тарифы для Premier Energy FEA Nord не пересматривали. Вот, люди пытаются отшутиться, что пора запасаться э, тушенкой и теплыми одеялами, потому что мы все-таки будем подмерзать. Нет, подмерзать мы не будем. Мы просто пытаемся э, вернуть правительство ногами на землю для того, чтобы они понимали, что сказки были в детстве. А в реальной жизни, учитывая, что у нас своего газа нет, да, и мы его покупаем, и, соответственно, как все и говорили с самого начала, если подорожал газ, подорожает угу. все, где газ используется. А он нас используется почти везде практически. Как ни ткни, к газу вернемся. То есть нам да. все-таки стоит ожидать подорожания цены на электроэнергию. Для, да, в том числе в я эй, в этом абсолютно эй, уверен. Э ну, это опять же небольшое. Я, я думаю, ну, процентов на 20-25, я думаю, где-то так. Хороший, э но это у нас временная для нас сегодня, ситуация, да? да, потому что, ну, эти, эти высокие цены на газ, они не будут всегда. Высокие цены, во-первых, привлекают других игроков на международный рынок и э тот же Катар, те же трейдеры США. Алжир, Австралия, Египет, все заявили об увеличении, кто-то вдвое, кто-то втрое, мощностей по загрузке. А можно избежать терминалов. один из приемов? Избежать... Будет больше газа на рынке, и это приведет к понижению к снижению цены. цены, да, да, мере, цены. Понятно. Я вернусь к электричеству как к рядовой mm -hmm. потребитель мне это очень интересно. Можно да. избежать повышения цены, то есть оно будет принято, но вот чтобы они сделали как на газе. но компенсации угу. за счет правительства, и тогда для рядового потребителя не будет э, изменения. Не может, это необходимо сделать. Потому что если мы не выдадим компенсации потребителям, за счет каких средств потребители смогут оплатить эти квитанции? А если потребитель не оплачивает, соответственно, э, поставщик электроэнергии не может рассчитаться с ТЭЦами и ТЭЦ с Молдова-Газом. То есть в любом случае создается э, системная проблема. То есть да, тарифы должны покрывать расходы, но государство должно э, обеспечивать платежеспособность э, неимущих слоев населения. Иначе нельзя. Господин Тафилат, а необходимо менять закон, чтобы счетная палата имела возможность mm -hmm. проводить аудит Молдовы газа или нет? Ваше личное мнение. Э, здесь или... недостаточно, на мой взгляд, здесь недостаточно изменить закон. Ну, предположим, мы завтра проголосовали, изменили закон. Хорошо. У счетной палаты достаточно квалифицированный персонал, который мог бы провести аудит в Молдова газе Это первое. Второе. А за какой период, как вы считаете, необходимо проводить аудит? Сейчас мы к этому вернемся, потому что это тоже очень важно. У нас осталось важно. с вами 7 минут, поэтому вот мы к этому и возвращаемся. Значит, и второе. Доверяем ли мы полностью руков... нынешнему руководству счетной палаты, что они действительно будут действовать в интересах граждан? Я не уверен. По поводу аудита, там надо проводить аудит, ну если так по-хорошему взять, то с 95 -го года. Почему именно с 95 -го? Первые нарушения были допущены в 95 году, когда Газпрому передали, то есть магистральные газопроводы были внесены в капитал компании Транзит. это было до Молдова Газа. Значит, общ, эти активы были оценены, эти газопроводы были оценены в 104 миллиона долларов, и не полностью все взяты на баланс. А дохода транзита составляет ну, ежегодно 50-60 миллионов долларов. То есть то, что нам приносит доход 50-60 миллионов, мы отдали за 104. 50% акций перешло Газпрому. Тогда мы, Молдова потеряла где-то порядка 400 миллионов долларов. В 1997 году был переоценен этот капитал «Газнотранзита». транзита Газпрому подарили еще 33 миллиона долларов, он должен был погасить часть долга. Также в 1997 году правительство выпустило гособлигации на 140 миллионов долларов. Газпром погасил 131 миллион долларов долг левобережья за наш с вами счет. Когда создали Молдова газ, опять же, мы передали сети и распределительные, и магистральные, то, что было на газ на транзите. Газпром должен был погасить 60 миллионов долларов долг за газ они погасили его три года спустя, в 2001 году э, закрыли опять же долг Левобережья. Если вот взять все эти нарушения в 2000 году гособлигации 90 миллионов, упущенная выгода от транзита газа порядка 250 миллионов долларов. Это условия договора, прописанные в, контра... в договоре с Газпромом. Э, мы потеряли эти деньги в пользу Левобережья, то есть Газпром а, нас обязал им подарить 250 миллионов долларов. Если это все суммировать то долг правобережья был искусственно увеличен, ну, по крайней мере, на 950 миллионов долларов. И это без хищений, которые происходили на Молдова-Газе, и это без нецелевого использования средств. Вот, предположим, я давал... А откуда мы знаем о нецелевом использовании средств, если мы не проводим там аудит? Вот, ну, есть некоторые вещи, которые я наведу. Вот, допустим, новый офис Молдова Газа, предыдущие uh -huh. руководства потратили на него 500 миллионов лей. НРС сказала, что они не, не будут перекладывать эти расходы на потребителей. То есть это в тариф не внесено. Но если не внесено в тариф, значит Молдова Газ, потратив деньги на офис, не рассчиталась за газ. Потому что у них каждый лей имеет свое назначение на зарплаты, там, на газ, на Строительство сетей и так далее. И получается, ребята, подождите, а кто утверждал инвестиционный план, кто решил, что Молдова газ потратит деньги на офис? Представители акционеров. А почему только правительство Молдовы должно брать на себя это обязательство? Там же голосовали и представители Газпрома. Господин Петков прав, когда говорит, что представитель правительства Республики Молдова каждый раз голосует за поддержку бюджета ПМР по сути. Не совсем так. Представители Молдовы, представители Молдовы голосуют за то, что Молдова Газ продолжает поставлять газ на левобережье, иначе мы останемся без электричества. Ну, таким образом, мы опосредованно уже не раз да, об этом говорили, поддерживаем. Мы вынуждены их... поддерживать. Да, мы можем не голосовать за это. И а что будет, если мы не проголосуем? Э, мы останемся без электричества. И без газа. И без газа. Частично, да? Частично то есть, по сути есть, дела, мы пока... до сих пор мы зависим от той трубы, которая через них проходит. Да. И... По поставкам газа можно, допустим, закупать газ по, в, реверсном, в реверсном режиме, по трансбалканскому газопроводу, минуя Приднестровье. Но с электричеством у нас других вариантов нет. Мы должны построить... То есть проблему зависимости на, на электроэнергии мы можем решить, только построив линию кишинев конечно, и Сакчи и соединив. Молдавскую энергосистему с румынскую. Не менее победоносно дополнительную... господин Спину заявил о подписании наконец-то контракта uh -huh. с индийской компанией uh -huh. по этой самой линии, да, строительству этой uh -huh. самой линии, которая должна была быть, насколько я помню, закончена в 2019 году. В 2021 uh -huh. в конце года мы сообщили о том, что мы наконец-то подписали договор. У вас есть замечания к этому договору? У меня есть вопросы по комиссии. <класс> Я надеюсь, что, ну, во-первых, что бы я хотел передать руководству страны, учитывая, что уровень подготовки и понимания ситуации сейчас в правительстве довольно низкий, было бы неплохо создать не знаю, там, рабочую группу или консультативный совет и привлечь извне правительства специалистов, которые понимают и могут предложить э, решение по создавшейся ситуации. Но для того, чтобы, чтобы правительство, в том числе в вся страна, в их лице не попадала в глупые ситуации. Совершенно верно. Если так. уж сами не, не разбираются, не хватает специалистов, то, может быть, и стоит обратить внимание и на другие партии и общественные организации, в конце концов. А, есть вопрос... С... Меня не поймут, если я его не задам, а вы уже да, как быть. посчитаете нужным, так и ответьте. Mm -hmm. Вы говорили Майе Санду об этом, когда вы были советником президента? Мы с этим вопросом тогда еще не сталкивались. Нет, мы не, не обсуждали этот вопрос. Ну, ну, было общем, да. очень много других проблем. В основном это касалось э, ситуации с э, конфликтом между молдавской ГРЭС и фирмой Андронаки. Mm -hmm. И мы тогда рисковали остаться без электричества. Кроме этого, пытались привлечь финансирование для улучшения качества теплоснабжения в Кишиневе и в Бельцах. Это очень важная проблема, которая затрагивает ну, где-то 500-600 тысяч потребителей тепла, как минимум. Да, то есть, это, есть еще проблема там, с советом по конкуренции. Я направил обращение в прокуратуру, потому что они не предприняли меры по рынку нефтепродуктов. То есть, тогда еще проблема газа не стояла. А... Руки не дошли, скажем так. Какова вероятность, что в декабре мы опять столкнемся с ситуацией, когда мы будем не способны покрыть полностью стоимость потребленного газа в ноябре. Здесь зависит, если Premier Energy и FEAN будут иметь на декабрь достаточно средств, чтобы рассчитаться с ТЭЦами. Если это да, то риски маленькие, но. В январе точно будут проблемы, потому что если не пересматривать тариф на электроэнергию, то у них точно не будет средств, чтобы рассчитаться. Мы говорим, по крайней мере, 100 миллионов лей, ноябрь 100 миллионов, декабрь 100 миллионов, январь, февраль, март. То есть как минимум 500-600 миллионов лей и у что? этих компаний нет возможности привлечь эти средства. И насколько я помню, у бюджета уже тоже нет никаких резервных фондов у для Молдо... того, чтобы покрывать эти все задолженности а это каждый месяц. Слушай, это, это, это проблемы молдова газа, кассовый разрыв. Они должны найти вместе с акционерами решение к этой, для этой проблемы. Понятно. Спасибо большое. Наше время закончилось. Конечно, мы будем возвращаться к теме газа и электричества еще, потому что... Как выяснилось, то, что нам казалось очень далеким и спокойным, и не, не таким важным, нас интересовала только стоимость гикокалорий, сколько мы платим за один куб газа того, который потребляем дома. Не все так просто. Благодарю вас, господин Тафилат. Спасибо. Время наше Спасибо. сегодня закончилось. Вопросы есть, но оставим на следующий раз. Нашим зрителям хочу сказать, что мы отключаемся на 10, максимум 12 минут для того, чтобы выйти в лайф, уже и будем обсуждать ситуацию, сложившуюся с выборами Примара Бельц. Первым гостем будет Арина Спатару, и после этого будет Марина Таубер. С каждой из них я поговорю на эту тему. Спасибо.